Вас приветствует Алена Ариес. Когда закончится ваше одиночество? Ну, в первую очередь, как я всегда говорю, тогда, когда вы реально его закончите. Вот примите для себя решение, что все, я закончила. Я, например, никогда вообще не ощущала, не ощущаю какого-то одиночества. Вот. Но, тем не менее, все люди разные. И кому-то может быть и в толпе скучно, да, а кому-то и одному весело. Вот мне одной очень даже весело. Вот. Но теперь, тем не менее, посмотрим, когда же закончится ваше одиночество. Ой, девочки, одиночество ваше закончится достаточно быстро. И закончится оно, ну, здесь практически вот поиски. Я бы сказала, по этой карте, это девятка жезлов. Поиски и выбор. Вот. И закончится оно где-то через 9 недель. Ну что, посмотрим дальше. С кем и как, или как закончится ваше одиночество. Закончится ваше одиночество мечтами. Видимо, какие-то ваши мечты все-таки реализуются. Потому что я тут вижу, по этим двум картам будут многочисленные знакомства, но не без ваших усилий. То есть не просто там на улице вас будут мужчины останавливать и наперебой знакомиться. Вот. Скорее всего, это либо через соцсети, либо, может быть, через сайт знакомств, потому что многочисленные прям вижу знакомства, многочисленные, возможно, свидания, выбор. Ну вот. Еще какой-то мужчина из прошлого за вами следит. И я так думаю, что с ним-то и закончится ваше одиночество. Ну, посмотрим, есть ли еще какие-то серьезные претенденты. Нет, вот я вижу именно с каким-то мужчиной из прошлого, который за вами следит. Хотя знакомств будет много, выбор будет за вами. Но вот этот мужчина какой-то из прошлого, причем я специально говорю из прошлого, то есть не обязательно это ваш бывший. Ну вот, потому что я тут не вижу развода. Вот. То есть, возможно, работали вместе, или был какой-то интерес, не знаю, там, эмоции, может быть, заигрывания были, может быть, даже влюбленность была, но не было отношений. Вот такой мужчина из прошлого. Больше сказать о мужчине не могу. Но вот где-то через 9 недель, 9 недель это у нас где-то 2,5 месяца. А вот, имейте это в виду, выбор будет непростой у вас. Да, я же говорю, мужчина из прошлого. Может быть, даже мужчина, с которым вы когда-то ходили в один детский сад, или были в одной школе, там, я не знаю. Но я же говорю, по работе я вижу, что вы с ним пересекались. Может быть, просто пересекались, может быть, работали вместе. Так что очень-очень скоро, скоро вы прям ощутите себя в паре. Для детального просмотра вашей ситуации обращайтесь на личную консультацию по этим контактам.